Молитвы, намазы фаджр, и дохар, и асар, и магриб, и иша – все это намазы, предписанные совершать в определенное время, сказал Всевышний Аллах. И тот, кто совершил ее не вовремя, не имея на то оправдания, то она будет возвращена, не принята от него, даже если он помолится ее 1000 раз. То есть ты не думаешь, что если ты запоздал с намазом, его время вышло, а затем ты совершил его, что ты снял себе долг с этим самым? Никогда. Потому что поклонение, предписанное в определенное время, не дозволено как до этого времени, так и после него.